приехала, да? Такое вкусное гвакамоле. Что мне зной, что мне дождик проливной, когда сырная тарелка со мной. Прекрасно. Всем привет! Вы на канале «Все к столу». Жара стоит страшная, и мы с Катей Бельчик решили устроить пикник. Ай, жара страшная, я ее не боюсь, Оль. Мы сейчас с тобой устроим такой замечательный пикничок. Отправляемся в магазин, берем две корзины. Две корзины. У меня будет своя корзина. Полезная. А у меня вкусная. Ну что, пойдем? Погнали. Оль, мне кажется, это твой отдел. Мне кажется, сейчас все просто. А тебе здесь ничего не надо? Рассада, может, нужна? Не, не надо. Я, кстати, вообще не садоводная. Слушай, ну я вот посмотрю на арбуз, но мне кажется, еще не сезон. Морковку, палочки обязательно. Это к моей овощной нарезочке. Нашелся тот самый человек, для которого Макдональдс в Калифорнии закупает морковь. Это единственное, что я покупаю в Макдональдсе. Ты серьезно? Я, кстати, проверяла яблочные дольки в Макдональдсе. Они не чернеют вообще. Они сутки пролежали, с ними ничего не делали. Ребят, мы поедим попозже. Сейчас Оля все наберет себя, потом я нормальной еды возьму. Зеленушечки, я думаю, надо взять. Твоя корзина. Я просто не знаю, что ты с ней будешь делать. Авокадо. А нож у тебя есть? Делаем гвакамоле прям с самих вот этих штучек. Давай еще ягодки возьмем. Да, да, да. Я бы вот думала голубик, вот я уже взяла. И так хочу арбуз, но вот я очень в нем сомневаюсь. Может быть, вот так вот нарезочки не хочешь? Давай возьмем, Дарья, да. Давай. Это будет в моей корзине. Ну, я хочу, знаешь, найти какой-нибудь кофе с трубочкой пить или баночку холодную. Сырная тарелка, будем виноград брать? Или ты не ешь тоже? Нет, ну, черешня вкуснее. Я вообще все виды орехов ем. Вот сырые, жареные, для тебя это важно? Нет, не важно. Не важно? Нет, не важно. Вообще не начиталось, почему нельзя обрабатывать термические орехи. Почему? Потому что жир окисляется, испаряется. Но если ты делаешь это сама, то можешь. То есть ты быстренько пожарила, быстренько съела. Нам нужно срочно в отдел с хлебцами. Я думаю, тебе нужно побольше хлебцов купить. Да. А я в круассан, конечно. Оль, не то ты берешь на пикник клюковку в сахаре. Детство. Детство. Вот моя страсть. Знаешь, я иногда себе позволяю очень редко кабачковую. Йогурт. На втором месте что? Сахар. Правильно. Главное, что здесь, это кокос. Ты меня еще потом просить будешь. А я тебе не дам. Это главное. Масло сливочное. Зачем мне масло сливочное? А ты что, масло сливочное не ешь? Не, ну зачем мне его вообще туда добавлять? А потому что здесь шарики же, они же поджарены. Это вместо мороженого, потому что мороженое до парка не донесем, а это вместо мороженого. Я даже в этом отделе вообще не бываю, даже не знаю, что здесь продают. Ладно, пойдем тогда, не будем тебя плохого учить. Да, она меня сейчас спросила, говорит, а ты что, говорит, правда можешь кофе из банки выпить? Ну, вообще, я очень люблю, когда мед не застывает. Он, по-моему, какой-то только один. Вот, смотри, лечишь. Все, не берем. А есть вяленые помидоры, провансы? Да, классно. Ну, поскольку это состав, конечно. Смотри, я сейчас пойду вот тот сыр пластами выберу, плавленый. На чего в горку пойду? Короче, вот, ну тут кукурузный хотя бы. Хорошо, Оль, смотри, показывай. Что надо брать на пикник? Ты какой хочешь? С ветчиной, ассорти. Я возьму какой-то... Во, вот этот вот желтенький чизбургер. Чума просто. Ужастики какие. Вот в обычной жизни, посмотри, есть реально типа пикник. Ну, я знаешь, как называешь еще пикник? Ты что, в дорогу едешь, например, куда-то? Да. Берешь вот такой карбонатик. Только карбонатик. И с сырочком чизбургер. Но если мы сегодня выделываемся, и потому что я еще планирую просто надо купить, я бы взяла какой-то, ну, типа, а-ля прошутто, что-то такое. Возьми то, что ты, да, кушаешь. Говядина, все, сыровяленая. Красивенько завернем. Красивенько, прям тоненько, классно. Все, я выбрала. А как ты вообще относишься к сочетаниям? Типа дыня, кашу? Очень люблю. Да, я вообще люблю. Надо было нам все-таки дыньку с тобой взять. Ну, да? У меня арбуз есть. Хорошо. Нормально, пойдет. Это, как она, голова монаха. Там такая есть штучка, крутится. Ну, знаешь. Да, 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 вот очень вкусно. Это очень вкусно. И как раз меду с твердым сыром. Олечка одобрила мой хлеб, говорит, что там маргарина нету, масло растительное, можно взять. Ну, хотя я и растительное масло тоже не одобряю, рафинированное. А какое надо? Не рафинированное, а и если нет его, то лучше масло сливочное. Ну, пойдем тогда пару пончиков возьмем. Обожаю. Оль, какие умелые круассаны, просто посмотри на них. Что, мне ватрушку теперь, что ли, брать? На нее хамоны? А ты обычно какие берешь круассанчики? Французский. Ну, я люблю еще дома запекать сама, маргарин, замороженные. Маргарин, смотри, маргарин. Еще с маргарином вообще беда. Не, пойдем тогда какой-нибудь хлеб вкусный. Пойдем.
Я вообще люблю багеты брать на пикник. Давай посмотрим, может, есть какой-нибудь хороший багетик. Что, чему ты не веришь? Ну, вот этому всему я не верю. Но опять-таки, веришь, за смесь. Вот что за смесь Хафер-3? Хорошо, какой тогда маргарин. Зато бездрожжевой, зато с маргарином. Удивительно. Я тебе сейчас покажу, какой брать. Пойдем. Ты возьми на свой вкус. Я все-таки не теряю надежды найти хороший багет. Ну, багет же с дрожжами. Как же ты поешь? На теперь... тебя брать, Оль? Ты не будешь, что ли? Конечно, возьми. Я хотя бы один тогда возьму. Знаешь, как зато красиво будет? Я вообще-то офигеешь. Ты уже представляешь. Конечно. О, как он пахнет. О, как он пахнет маргарином. Я хочу взять еще нам с тобой хлеб правильный, с хумусиком и с гвакамоле. Ну, пойдем. Хлеб, пойдем, покажи. Или хлеб? Хлеб. А, ну давай, показывай. Я всегда беру. Это очень хороший хлеб. Я не знаю, оценишь ты его, нет? Он, без типа... добавления глютена, почитай его состав. Я покупала такой. Ну, он, знаешь... Он просто как зерна, как будто ты, да, ешь, грызешь зерна. Ну, ничего такое, можно есть. Я брала другой, знаешь, какой? Я брала вот такого плана. Но у меня он весь разваливается всегда. Да. Он вообще... Не пойдем еще хлеб. Пойдем. Смотрим. И все, наверное. Не будем лаваши. Нет. У меня была идея взять тесто к круассанам, но теперь круассанов нет. Вообще я люблю вот такой. Ну, Коль, давай этот составчик версии. Я его часто такой ем дома. Ручки потираю. Ну, ты знаешь, достаточно все неплохо. Базилик, орехи, масло оливковое, первого отжима, экстрель отжим. Все, одобряемся. Давай возьмем. А я не знаю сейчас, почему. Почему? Ну, у нас хлебушка много. Мы можем к моим всяким вот этим, да, штучкам. Да, давай возьмем. Ну, тогда, Оль, тогда это придется в твою корзину. Нет, ты что, нет, это... Я бы такое не взяла. Это бьет. Ну, сейчас доширак. Доширак сейчас возьму и будешь страдать. Оль, да. Ты забыла. Это тебе на сладенькое. Так все, как ты любишь. Давай к салу греб. Все издеваются. Да, да. А ты реально можешь такое съесть? А ты, съесть? Про... А ты вот нас просто не... съела? За сколько, смотря, денег? Наспор за сколько денег? А здесь спор другой. Почему только денежный спор? Ну ладно, нет, за сколько денег ты готова съесть такой снег? Мне просто интересно. А вообще смогла бы ты? Вот за 50 тысяч рублей съела бы? Нет, наверное. Я сразу что-то на московском. Предлагаю нам уже накрыть нашу поляну, сделать вкусненько, красивенько, да, и поесть. Посмотрите, какие Оля деревянные спилы подготовила. Да, это же на природе. Все натурально. Да, натуральный пластик. Ты свою делаешь тарелку, я свою. Главный плюс сегодняшнего дня, то, что я купила две газированных воды. Газированные? Да, и мыть фрукты мы будем газировкой. Класс. Кстати, как удобно мыть фрукты? Может, прямо их в пакете я намывать? В пакете мою, потом делаю дырочки, как дуршлаг, просто выжимаю. Сыр, кстати, это хорошо, что мы его оставили в такой теплой температуре, потому что он должен раскрыться. Что, сыр должен в тепле раскрыться? Да, он должен раскрыться. Чтобы... Пакет был уже рваный! Обожаю пикник! Обожаю я пикник! Пикничок! Что там, говоришь, дырочки надо сделать? У меня уже все в дырочке. А у нас реально с тобой сейчас получится. Сегодня типа 8 июля. Так. День семьи, любви и верности. Мы такие с тобой пришли вдвоем на пикник. Прекрасно. Ты с мужем пришла, можно сказать, отметить день. Семьи, ну сейчас, да, мы верность. Все приготовим, с мужем сядем на пледик, ты домой пойдешь, а мы будем морковку сидеть. Ребенка вам еще подгонят вашего? Можешь еще прям помыть, пожалуйста, помидорки? Не, я не поняла, я что здесь это? Ну, пожалуйста. Сыр выкладываем посерединке. Я еще, видишь, взяла конфитюр инжирный. Обязательно к сыру. У тебя что-то там уже все красивое, а я все мою почему-то. Ты специально. Мне надо авокадик. Ой, блин, ребят, конечно, все давайте классно, но сейчас так ливанет. Тебе надо, во-первых, положить сейчас сначала какие-то крупные акценты, типа хлеба, что-то взяла. Угу. А потом в это все дело втыкивать уже мелкие какие-то. Хлеба вот, ладно. Ага. Так, значит, крупные акценты, хлебушек, да? Ну, да, типа... крупные акценты. То есть сначала ты расставляешь, даже, возможно, порежь, потому что ну, такой ломоть ты вряд ли его сразу же возьмешь. Давай тебе положим веточку, например, будет красиво. Я не очень знаю, как вот хамон положить. Вот как ты, смотри, скручиваешь его и так же и в рот кладешь. И вот так вот как-то кладешь. Хорошо. Окей. Сыр любит сладость. Что-то одни ветки. Сыр любит сладость. Ты что, черешню попробовала? Угу. Ты же ее не ешь. Ну, ем. Почему? Ты же сказала. Конечно, куда... ем. Тебе верить, Олечка? Но я предпочту вишню черешню. Подожди, вообще-то камамбер, типа мы на двоих брали. А мы сейчас его порежем. А теперь получается, что только у тебя. Почему? Ну мы же его будем вместе кушать, не переживай. Тебе надо ягодку вот такую? Давай.
Смотрим, хусик. Не могу открыть. Давай. Силушки у тебя нету. Вообще силушки нет. Круассан на завтрак не ела. Сидит уже, что-то ест вовсю. Вот классическая Оля. Так, я предлагаю зрителям выбрать, чья тарелка лучше. Подожди, я еще не закончила. Ну, мне надо еще хумус поставить. Ну, поняли, Олечка, конечно, гроза-то не набегает. Давай, хумус там. Как вы видите, в Москву пришел шторм, но Оля неумолимо продолжает делать гуакамоле. Да. Мы не переживаем, мы можем просто кусать багет. Ой, как классно! На самом деле, наконец-то долгожданное прокладывает. Как раз мы с тобой устроили пикник, по ходу дела, поэтому все вот так началось. Вот закон подлости, знаешь, вот. Ой. Реально. Все это время была жара, и стоило нам с Катей прийти на пикник. Слушай, я не парюсь. По я мне, мы сделали очень красивые тарелки. Сейчас несет! Оля, такого выпуска еще точно не было, да? При этом эта прохлада настолько сейчас кайфуешь вообще. Это актрисы в фильмах играют, когда там им жарко, надо показывать жару, на самом деле холодно. Вот у меня так же сейчас. Да, да, да. Какое вкусное гвакамоле! Я предлагаю оценить наши тарелки. Мне кажется, что выиграла Оля. У нее более здоровая пища. У меня одни газировки, пончики. У тебя всякие разные хлебушек. Мне не хватает просто парочки круассанов, и было бы идеально. И лимон. И лимон. Спасибо большое. Теперь здоровье. Хумус мы так и не открыли. Друзья, простите, нам придется завершаться. Небольшие экстренные обстоятельства. Самые маленькие. Да, такие, да. Ну, всего лишь надвигается штормка. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Были рады вас сегодня видеть. Ходите на пикник всей семьей. Обязательно. Проводите почаще, побольше времени вместе. Пока!